подвезешь меня? Конечно. Отлично. Юли. Ян, привет. А сама куда едешь? В Португалию. Повидать бойфренда. А? Следующая остановка. Кёльн! Карнавал! Смотри, мы уже во Франции. Пока, Бельгия! Привет, Франция! Вопрос в том, что лучше для человечества. Конкуренция или сотрудничество? Конкуренция. Почему, по-твоему, я тебя подвезла? Чего? Моногамия – это запрограммированное несчастье. Да. Изолированность – стратегия капитализма. Одиночество противоречит природе человека. Когда мы одни, мы выделяем гормоны стресса. Что это было? Нежное прикосновение. Убивает гормоны стресса. У тебя есть подружка? Сейчас нет. Может, ты ни с кем не хочешь сближаться? Прекрати, Юлия! Это полная ерунда! Думаю, у меня то же самое. Проблема с открытостью. Ты влюбляешься не этим, а вот здесь. И здесь. Давай! Тебе знакомо то чувство, что когда ты с ней, ты в нужном месте? Ну что, ты приехал куда хотел? Вот тогда ты понимаешь, что влюбился.